Стартовал прием заявок на конкурс на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей для молодых и социальных предпринимателей. В нем могут принять участие бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет включительно, а также социальные предприятия. Заявку на участие в грантовом конкурсе можно подать в электронном виде на единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области, либо лично обратившись в ЦПП. Грантовые средства они могут потратить как на аренду, на оплату коммунальных услуг, на франшизу, лизинг, на сырье, на покупку оборудования, на подключение к коммуникациям, на IT. То есть выбор потраты грантовых средств большой. Условием, одним из условий это является софинансирование, то есть участники должны внести свои денежные средства, это 25% от стоимости проекта. Также в июле стартовал прием заявок на участие в премии «Займись делом». Конкурс проводится для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим налога на профессиональный доход и ведущих деятельность на территории региона. Победитель получит сертификат на создание 15-секундного рекламного ролика и размещение его на 3 радиостанциях. Всего 300 выходов. У обладателя 2-го места ролик выйдет в эфире 2 радиостанций 200 раз. Заявку можно подать до 31 июля. Далее будет конкурсный отбор, голосование с 1 по 15 августа. Будут оцениваться такие критерии, как показатели, сколько денежных средств предприниматель потратил на развитие, не предприниматель, а самозанятый, потратил на развитие своего дела и какой налог был им уплачен. Предприниматели Сарова могут подать заявку на проект Marketplace. Его цель – популяризировать продукты саровских предпринимателей на электронных торговых площадках. Проект проходит в 5 этапов. Первые – консультации по выходу на Marketplace. Затем – онлайн-обучение по работе с электронными торговыми площадками на онлайн-платформе ЦОП-52. Третий этап – мастер-класс по созданию фото- и видеоконтента. В сентябре месяце к нам уже сюда в Саров приезжали специалисты и участникам проекта показывали, как даже не в профессиональных условиях создавать хорошие фотографии для размещения их на электронных площадках. И четвертый этап – это отборочный, где будут выбирать участников, кому оказывать данную услугу. И, соответственно, пятый этап – это создание интернет-магазина под ключ на электронной площадке. Дополнительную информацию по грантовым проектам можно получить по телефону 9-92-64. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.